День молодежи в Омске отметили шутками, песнями и танцами. 27 июня в СКК имени Блинова на музыкальном фестивале КВН «Кубок губернатора Омской области» собралось более 3000 зрителей – юношей, девушек и тех, кто молод душой. Так что с праздником, друзья! В фестивале приняло участие 10 команд областной лиги КВН, среди которых хорошо известный омскому зрителю капитан Каламбур, королева зергов, престиж, знакомые лица, а также команда «Сухой закон» из города Павлодар. Здесь, на сцене СКК, поклонники веселых и находчивых смогли оценить лучшие шутки любимых команд. И действительно, свои номера участники готовили и вынашивали почти год. Мы готовились долго, и здесь мы показываем самое лучшее, за все, что у нас собрано за год. Да. Наша команда существует год, мы молодые. Молодые, вот. Но перспективные. Да. Не без этого. Мы не спали ночами, мы репетировали. На самом деле это со стороны смотрится, что очень легко, на самом деле нет. Огромные километры работы проводятся. В общем, тяжело. Мы все сердце отдаем зрителям. Блин, вспомнила! Ну, мы шутим так же, как Годзилис шутил. И чтобы вы поняли, папа, а мама где? Где-где? В Караганде. Встречается как-то русский, немец и два белоруса. И один белорус другому. Никита, вот я давно тебе мечтал лицо разбить. Но оно у тебя с каждым разом все больше и разбить все сложнее. На фестивале в качестве гостей выступили представители высшей лиги. Это омская команда «Молодежная сборная» и «Кефир» из города Нягань. Бесспорно, зрителям фестиваля творчество КВНщиков из вышки пришлось по душе. Мы очень часто приезжаем в Омск в последнее время и... приятно посетить, собственно, друзей, товарищей, лишний раз побывать в этом замечательном городе. Эй, ты! Лего! Не выпендривайся. Когда нас впервые побили во дворе, мы сразу же записались на бокс. И там те же ребята побили нас абсолютно законно. В результате трех конкурсов победителем кубка стала команда из Павлодара «Сухой закон». За необычный подход в формировании шуток в номинации «Суперболт» лучшим оказался престиж. Специальный приз жюри присудило ребятам из команды «Капитан Каламбур». Были также отмечены лучшая актриса и лучший актер. Ими были признаны Дарья Коновалова из сборной Академии транспорта «Проект Космонавты» и Роман Гладких «Знакомые лица» сборная Сибади и Технического университета. Спецназовец на задании. Неодушевленная. Я сижу в квартире. Я тут что-то разгоню руками. Привет, Андрей. Забыл как он. Да все, я сам пошел. Музыкальный фестиваль КВН «Кубок губернатора» стал хорошим подарком для всей молодежи Омской области. Отличным настроением зарядились все – зрители, члены жюри и сами участники.